Здравствуйте. В сегодняшнем видеоуроке мы вам постараемся подсказать, как выбрать правильно автокресло и коляску. Начнем с коляски. На что стоит обратить внимание при покупке коляски, это на колеса. Колеса бывают резиновые и бывают полиуретановые. Преимущество резиновых колес, они лучше поглощают неровности дороги, и она идет немножко мягче. Также следует обратить внимание на диаметр колеса. Чем колесо больше, тем лучше поглощается неровности наших дорог и приносит меньше дискомфорта вашему ребенку. Следующим пунктом при выборе коляски является вес и ее компактность. В данном случае вы должны для себя решить, что вам больше по душе. Это компактность и вес, либо же комфорт ребенка. Вес и компактность. Данная коляска весит 5 кг и собирается в маленький чемоданчик. Во втором примере мы взяли коляску, которая весит на 3 кг больше, но также имеет больше преимуществ. Это регулируемая подножка, бампер, хорошее положение для отдыха, капюшон и карман для мелочей. Когда вы сделали свой выбор и готовы уже приобрести коляску, обязательно проверьте комплектацию, целостность коляски и гарантийное и постгарантийное обслуживание.